25 марта 2021 года в историко-мемориальном отделе усадьбы Владимира Платоновича Сукачева открылась выставка «Птицы мира», созданная совместно с Союзом камнерезов и ювелиров Байкальского региона. Выставка открыта ко дню птиц, к весенним праздникам и к самому наступлению весны. На выставке представлено около 50 предметов искусства. Это фарфор из коллекции Снарского Сергея Афанасьевича, а также камнерезные и ювелирные изделия из коллекции Союза камнерезов и ювелиров Байкальского региона.